Аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективно и достоверно в программе «В центре внимания». Здравствуйте, у микрофона Бутагосия Ахмедова. Программа подготовлена Британским институтом по освещению войны и мира. В ближайшие несколько минут мы снова поговорим о том, что важно. Земельный вопрос в Казахстане стоит, пожалуй, острее квартирного, и он может испортить главный показатель гордости казахстанских властей – гордость за стабильность страны и отсутствие каких-либо признаков для майданов и цветных революций. Объясню в двух словах суть проблемы. В прошлом 2015 году парламент внес поправки в земельный кодекс, согласно которым земли, предназначенные для сельского хозяйства, могут быть сданы в аренду на 25 лет и, может быть, даже проданы не только гражданам страны, но и иностранцам. Обсуждение поправок по кодексу состоялось уже в этом году, потому как, согласно им, закон должен вступить в силу 1 июля 2016 года. Это вызвало волну несанкционированных митингов в ряде городов Казахстана – Ватырау, Актобе, Семей и Кызылорде. В двух столицах Казахстана, Астане и Алматы, полиция задержала активистов, которые пытались сделать заявление по земельному вопросу. Опасения казахстанцев по поправкам касаются двух главных моментов. Первое – иностранцы могут поселиться на арендованных землях навсегда. И второе – иностранные арендаторы отравят землю и уничтожат весь плодородный слой. На самом деле опасения обоснованы. Есть пример космодрома Байконур, арендованного Россией на 50 лет, где уже состояние экологии оставляет желать лучшего. На Байконуре давно действуют законы Российской Федерации, включая вопросы экологии. Всем известна гептиловая история, которую поднимали казахстанские активисты. Напомню, что ядовитое топливо гептил применяется в работе двигательных установок всех трех ступеней ракеты-носителя «Протон-М». Казахстан предъявлял претензии о возмещении материального ущерба по этому вопросу Российской Федерации, но до сих пор нет никакого результата. Испытания на космодроме в целом подорвали экологическую ситуацию в близлежащих регионах Казахстана. Гибнет флора и фауна. В частности, известна история массового падежа сайгаков. И в этом случае историю замяли. Кому-то невыгодно поднимать вопросы экологии в привязке к России. Почему гражданское сознание казахстанцев только сейчас вылилось, по сути, в такие массовые выступления по всему Казахстану? Ведутся ли граждане страны на информационные вбросы на официальные телеканалы с российским бэкграундом, которые откровенно черняют саму идею митингующих? Напомню, что недавно на канале Евразия прошла новость о том, что митингующим раздавали деньги, платили по 150 с лишним долларов каждому за участие в митингах. С этими вопросами я обратилась к известным казахстанским экспертам. Говорит Андрей Чеботарев, известный казахстанский политолог. На фоне протекающих кризисных процессов в экономике и социальной сфере, в том числе вызванных проведенной в прошлом году девальвацией тенге, как мы видим, идет ухудшение социального самочувствия населения, на этом фоне растет недовольство, подогреваемое в том числе разными инициативами властей, к которым неоднозначные отношения, это в сфере образования, здравоохранения, а земельный вопрос, как мы видим, переполнил чашу терпения. Но по моей версии, все-таки где-то прошли процессы самоорганизованно, стихийно, а где-то, на мой взгляд, все-таки сыграл фактор региональных элит. Говорит Ерлан Аскарбеков, пиар-специалист. Вброс, любой вброс – это попытка держать нас за дурачков. В любом случае, я скажу так, это надо делать действительно грамотно. Все инструменты, на самом деле, давным-давно известны. Для маломальски профессионального человека все инструменты, в том числе черная пропаганда, они известны. А разница проблемы именно в менталитете. Он у нас, например, в Казахстане очень специфический. Мне за 40 лет, я скажу, что я только-только начинаю понимать кое-что про менталитет родного народа. Непонятно, где исследования, да, где там разбиение ключевых сообщений для разных целевых аудиторий, где прокачанные, как говорится, спикеры. Наш народ резистентен к киселевщине. Пресловутой киселевщине именно потому, что мы казахстанцы, народы, живущие в России в основном, да, это совершенно другой менталитет. Во-первых, надо вспомнить, что Казахская ССР это была грандиозная империя ГУЛАГа. Здесь люди, которых ссылали, и эти, ну, мягко говоря, обиды остались. Обиды к метрополии, то есть, а там как люди пострадавшие, так и люди, которые, собственно, и занимались репрессиями, руководили. Это совершенно, как вы понимаете, разные баррикады. Во-вторых, это Россия, бывшая метрополия, вот переживает, да, там цивилизационно, еще неизвестно, сколько будет переживать за свой статус, за там падение, там вот эти там мечты о возрождении и так далее, и так далее. Казахстанцы гораздо более прагматичны, именно поэтому, в первую очередь, Казахстан гораздо более, добился гораздо больших успехов среди всех постсоветских
постсоветских стран и вообще среди большинства посткоммунистических стран. И у нас люди сосредоточены более-менее, значит, на том, чтобы прокормить семью. У нас, например, лодырей в принципе не уважает никто. Ни в городе, ни в ауле, да? Что, соответственно, не совпадает с таким российским менталитетом, да? Поэтому казахстанцы более практичны, более живучие. И еще очень важно. У нас телевизор, как таковой, вообще давно народ считает некой игрой. Ну, чего стоит фраза, да, там, включите мне хабар, я забудусь, да. Хабар – это образ вообще всех государственных СМИ, госпропаганды. Российский же обыватель, он был немножко обманут как раз вот на этих чувствах, там, имперства. Это был так называемый русский проект 96-го года, если кто помнит. Это фильмы «Брат», «Брат 2», безусловно, очень талантливый. Это даже «Банк Империал». В результате индекс доверия – это очень важный термин в политологии и в пиаре. Индекс доверия среднего россиянина к телевизору изначально был несколько выше, чем у нас. Вот это очень важно. Итак, поправки в земельный кодекс должны войти в силу буквально через месяц, 1 июля 2016 года. Но уже сегодня ясно, что сама тема не исчерпана, и стабильность в стране будет поддерживаться силовыми методами или запугиванием гражданских активистов. Но что-то мне подсказывает, что даже власти сегодня понимают, что так долго продолжаться не может, и нужен конструктивный диалог с народом. Форма диалога – реформы, основанные на реальных фактах, надежных социологических исследованиях, свободах слова и совести, а также диалога с гражданскими активистами. Как принято было говорить в старой журналистике, пока верстался номер, ситуация изменилась. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев неожиданно для всех наложил мораторий или отсрочку на принятие поправок в земельный кодекс. В частности, президент в ходе совещания с министрами в четверг, 5 мая, сказал следующее, объявляя мораторий на некоторые нормы, вызвавшие в обществе резонанс, а конкретно на введенные в прошлом году 4 нормы до следующего года. Решайте совместно с парламентом, придите к согласию. Если будет согласие, снимем мораторий. Если не придете, не снимем мораторий. Итогом реакции президента на последние события в стране стала отставка министра национальной экономики Ирбулата Досаева. Министр сельского хозяйства Асылжан Мамытбеков получил выговор за неполное служебное соответствие. Вице-министр национальной экономики Кайрат Ускенбаев был уволен. Для работы по наболевшим вопросам Нурсултан Назарбаев поручил создать специальную комиссию. Ее возглавит вице-премьер Бахытжан Сагынтаев. Пока назвать заявление президента полноценным диалогом с народом сложно. Посмотрим, как будут развиваться события дальше. Уважаемые радиослушатели, если у вас есть вопросы, комментарии или вы желаете поделиться своими проблемами, вы можете позвонить по телефону в Алматы 354 0845. Вы слышали программу, подготовленную Британским институтом по освещению войны и мира. У микрофона была Батагоси Дахметова. Наши сюжеты и статьи вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.iwpr.net, а также на Фейсбуке на нашей странице IWPR Казахстан. Встретимся на этой же волне и снова поговорим о том, что важно.